Добрый день, уважаемые любители спорта! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске программы «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня мы в составе Олимпийского патруля съездим в Вишкаимский район, посмотрим соревнования по кикбоксингу и разберемся, что происходит в ульяновском футболе, а поможет нам в этом наш гость в студии. Директор спортивной школы «Старт», президент городской федерации футбола Валерий Николаевич Коробков. Валерий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие любители спорта! Я знаю, что вы организатор городского чемпионата по мини-футболу. Сезон уже завершился, и, по вашему мнению, какое отличие от минувшего сезона от предыдущего? Чем он нас удивил? Коренное отличие, я думаю, и все виды спорта ощутили это, проведение его в условиях пандемии. Жесточайших требований Роспотребнадзора. Нам было разрешено проводить соревнования без зрителей, и к концу турнира мы переходили уже к 70% наполнения зала. И отдельное спасибо всем ребятам, футболистам, руководителям команд, тренерам, которые проявили самое настоящее мужество в этих невероятно сложных условиях, потому что толкований было очень много. Ну что ж, так давайте же и посмотрим соревнования по мини-футболу глазами наших корреспондентов. Венцом мини-футбольного сезона в Ульяновске стал финальный матч за Кубок города, в котором встретились действующий чемпион ПСК и команда Ульяновского механического завода. Большинство специалистов и болельщиков во мнении были едины. ПСК обыграет УМЗ на одном коньке. Я думаю, команда ПСК выиграет. Причем с крупным счетом довольно-таки. Когда капитан ПСК Андрей Чертов на первой же минуте матча открыл счет, казалось, разгрома не избежать. Но кубок есть кубок. В течение 7 минут команда Максима Галкина забила 3 мяча, перевернув все с ног на голову и доказав, что не зря именно она играет в финале. Фантастический мяч из своих ворот чужие сотворил голкипер УМЗ Андрей Егоров. Хотел сыграть попроще, видимо, Паша вышел вперед. Ну и залетело случайно, то есть ничего особенного. Из нокдауна ПСК вывел тайм-аут, который коллектив Павла Майорова взял, чтобы прийти в себя. Еще до перерыва строители счет сравняли и даже вышли вперед. Два мяча на свой счет записал лучший бомбардир Суперлиги 2021 Арамал Набиев, у которого в этот день на трибунах был персональный болельщик. У меня подруга приехала, вот я и для нее ей посвящал эти голы. Ну и для остальных болельщиков тоже, кто за меня болеет. Второй тайм превратился в некую формальность. Зрители забитых мячей не увидели. Но и было понятно, что если УМЗ и забьет, то ПСК тогда включит пятую скорость. В итоге счет на табло не изменился. 4-3. Дальше, наверное, заявимся в высшую лигу. Если Всевышний разрешит, мы это сделаем. О команде мастеров наш регион мечтает давно, и предпосылки сейчас для этого есть хорошие. Растет число игровых залов, поддержку мини-футбола обещают на самом высоком уровне. Мы сейчас занимаемся изъятием еще ряда земельных участков для того, чтобы вот таких залов стало больше, а значит наши общие возможности спортсменами возрастут. Уже разрабатывается проект реконструкции УСК «Новое поколение», где должен быть уложен мини-футбольный паркет, расширены трибуны, отремонтирована крыша. Необходимые условия создания мини-футбольной школы. Мы поставили себе задачу 3-летний период вот этого достичь. Самое сложное здесь другое. Здесь не должно быть государственных денег. Здесь нужно определить круг интересантов, кто будет вкладывать в это дело. Платон в этом году взял Кубок Приволжья, сыграл в финальном турнире команд первой лиги. ПСК завоевал бронзовые медали сильного чемпионата Казани. Впрочем, для создания боеспособной команды мастеров все равно придется усиливаться со стороны. Из местных воспитанников мы не соберем команду высшей лиги, которая на протяжении там 40 игр будет достойно выступать. В любом случае нужно будет усилиться со стороны с других регионов. Планы у ульяновского мини-футбола серьезные. Свою состоятельность нашим коллективам придется доказывать уже в ближайшее время. Платон и ПСК в середине июня отправятся на крупный всероссийский турнир «Азов Кап». А «Погода в доме» сыграет на международном турнире в Сочи. Валерий Николаевич, провокационный вопрос. Когда наши мини-футболисты заиграют на всероссийском уровне? Вопрос провокационным не считаю, потому что великолепно заиграли на приволжском уровне и на всероссийском мини-футболисты уже в этом году. Например, гамбургский счет у мини-футболистов есть турнир «Рождественская ладья», который проводится ежегодно в городе Тольятти на зимних каникулах. И весь пьедестал почета и четвертое место заняли ульяновские команды. Команда «Платон», которая участвовала в Кубке и блестяще его выиграла приволжского округа, участвовала в всероссийских соревнованиях, впервые в истории ульяновского мини выполнила нормативы кандидатов в мастера спорта. Так что я связываю оптимистическое
будущее Ульяновского мини-футбола с теми людьми, которые в нем сейчас живут, соревнуются и работают. Ну что ж, о футболе мы еще поговорим, это уж поверьте. А сейчас я предлагаю обратиться к одному яркому спортивному событию – соревнованию по кикбоксингу. Кикбоксинг может стать олимпийским видом спорта. Об этом с трибуны Дворца «Волга-спорт-арена» было заявлено на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Ульяновске при участии 500 спортсменов. По миру кикбоксингом занимается большое количество людей. Сейчас создана одна организация, которая вправе проводить, решать, принимать решения по своему виду спорта. И поэтому я думаю, что в самое ближайшее время кикбоксинг попадет в олимпийскую семью. До Олимпиады еще далеко, но вот получить звание мастеров спорта на таком турнире класса А вполне реально. Для этого надо лишь стать победителем ульяновских соревнований. Многие пробились в финал, и я выставлял 57 спортсменов. Наш клуб самый многочисленный по количеству занимающихся. Пока не считал, сколько призовых мест они заняли, но я думаю, очень много. Понятно, сам, последний раунд, надо поработать самому. Снизу, сбоку. И отработали наши ребята просто здорово. В трех разделах соревнований – Full, Light и Point Contact'е – ульяновские кикбоксеры завоевали львиную долю золотых медалей. Одна из побед в активе тяжеловеса Султана Зайдуллина из клуба «Боевые перчатки», который в красивом стиле в финале одолел своего земляка Владислава Умнова. Оцениваю на 4, 5 здесь нету никак. Всегда есть какие-то недовольства в бою, чего-то всегда-то не хватает, не нравится. Соперник – это не мешок, который на месте стоит, он тоже бьет, двигается. Поэтому так. Ульяновск в очередной раз доказал, что высоко держит планку в организации и проведении крупных турниров. Министерство спорта региона уже подало заявку на проведение у себя в 2022 году чемпионата России в самых престижных разделах кикбоксинга. Ну что же, бои на ринге однозначно жаркие. Валерий Николаевич, а как вы относитесь к боям на футбольных полях? К сожалению, в современном футболе не обходится без них, но я считаю, что все-таки техническое мастерство, выучка футболиста должна решать на поле все, и только футбольное мастерство определяет победителя. Ну а как же сдерживать свои эмоции в пылу борьбы, страсти, жаркой схватки? Не всем удается. Есть много способов, поэтому можно покрутить пальцы, как Лобановский, покачаться. Слуцкий принял у него эту традицию. Можно попрыгать, можно покрутиться, но кулаки в ход пускать, я считаю, ненужным и позорным. А следующий наш сюжет в такт минувшей теме будет посвящен очередному дню рождения футбольного клуба «Волга». Он был грозой защитников лучших команд России, забивал даже московскому «Спартаку». А лучшие свои годы, говорит форвард Александр Зайкин, провел в ульяновской «Волге». Стадион «Труд» – одна из любимых его арен. Выходя на это поле, все равно как-то в душе-то, в голове вспоминаются лучшие моменты, да, там, как в эти ворота забивал, там, как в те. Александр Заикин, а также Камиль Ферханов, Александр Кузнецов, Ренат Аитов и многие другие ветераны ульяновского клуба снова в желто-черной форме родной команды. Повод собраться праздничный. «Волге» исполняется 74 года. В честь этого товарищеский матч против ветеранов ульяновского футбола в частности и всего регионального спорта в целом. Азарт, он никуда не делся. Конечно, думаешь, что сейчас побежишь сильнее, но возраст уже не позволяет, но... Надеемся, что мастерство чуть-чуть еще осталось. А на трибунах ветераны ульяновской команды. Те, кто не только играл, но и руководил клубом в разные его годы. Живо обсуждают перипетии товарищеского матча, но при этом все мысли о будущем регионального футбола. Хотелось бы пожелать, чтобы было больше наших руководителей, которые любили футбол и которые вкладывали свои определенные средства в развитие футбола. Именно в развитии детского футбола, что сегодня у нас не хватает. Два тайма по 30 минут на 35-градусной жаре. Не каждый профи выдержит такие испытания. Но футболистам-ветеранам все нипочем. Играют азарт, новоходку. Голы сыплются, как из рога изобилия. К финальному свистку рефери республиканской категории Валентина Архипова ничья 6-6. Товарищеские встречи для того и нужны, чтобы победила дружба. Такие встречи надо делать побольше, почаще. Приятно ветеранам.
Вообще здорово, что команда «Волга» обращает на это внимание. Церемония закрытия на Санцепёке скоротечна, поздравительные речи короткие, но от сердца. Подарки всем ветеранам, что писали историю ульяновского клуба. На следующий год у «Волги» юбилей. 75 лет, как состоялся первый матч ульяновской команды на всероссийской арене. Валерий Николаевич, а чего не хватает нашим ребятам для того, чтобы выйти в первую лигу? Я считаю, что в первую очередь не хватает пока всему региону. Мне посчастливилось участвовать в великолепном проекте. Выход в 2007 году в первую лигу. 2008 год выступление в первой лиге. Я был директором футбольного клуба и был непосредственно в эпицентре событий. Тогда весь регион, от губернатора, законодательного собрания, мэра, городской думы, болельщиков, футболистов, административного, директорского персонала клуба, работали день и ночь для того, чтобы добиться той цели, которого хотел весь регион. Сейчас пока такого желания нет, но мы уже близки к тому. И вот этот юбилей, и завтрашний матч правительства Ульяновской области, товарищеский, который будет проходить на стадионе «Симбирск», они свидетельствуют о том, что интерес к футболу подогревается и подходит к наивысшей температуре. И я думаю, что в ближайшем обозримом будущем «Волга» будет играть в первой лиге. А сейчас я предлагаю переместиться в Вишкаинский район, где уже работает олимпийский патруль. С ноября прошлого года спортивную школу «Чемпион» в Вишкайме не узнать. В рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта здесь провели капитальный ремонт. Из областного бюджета на это ушло 18,5 миллионов рублей. Оборудованы раздевалки с душевыми, с туалетами, волейбольная площадка, в том числе в спортивном зале, в большом полы. Сделана вентиляция, освещение. Очень много ребят, посмотрев на новый зал, приходят в секции, занимаются. И главные секции в школе «Чемпион» – волейбольные. Около 300 юных жителей Вишкаимского района занимаются под руководством нескольких наставников. Выигрывают областные соревнования у своих сверстников. И именно поэтому в рамках проекта «Олимпийский патруль» в гости к ним дать мастер-класс приехал воспитанник ульяновского волейбола, победитель европейских игр среди полицейских и пожарных Олег Макаров. Мне приятно, что такие мастер-классы проводятся в таких отдаленных уголках нашей Ульяновской области. Оказывается, спорт жив, волейбол жив. Я подчеркнула очень много новых тонкостей для себя. Несмотря на то, что какие-то основы я уже знаю, я знаю, как именно оттачивать ту или иную технику. Прекрасный мастер-класс. А параллельно макаровскому мастер-классу в районном РДК, если не судьбоносное для вишкаимского спорта событие, то точно значимое. Общественники создают региональное отделение областного олимпийского совета. В нем около 20 активистов. Правда, все мужчины. Пока еще, как скажем, не совсем утвержден, может быть, разбавим немножко мужской коллектив женщинами. Спортсмены, женщины у нас на территории муниципального образования, конечно же, есть, просто забыли, наверное, мы включить, да, в состав Олимпийского совета. Кроме волейбола, общественники Вишкаима включили в число своих базовых видов спорта самбо, дзюдо и лыжные гонки. Именно здесь они планируют вырастить кандидата в Олимпийскую сборную России. Олимпийский патруль, погостив пару часов, отправился дальше. Следующая остановка – в Инзе. Как быстро летит время, и не только нашей программы. Вот уже 60 дней буквально осталось до начала Олимпийских игр в Токио, и весь мир замрет в ожидании спортивных чудес. Валерий Николаевич, каких спортивных чудес ждете вы? Событие долгожданное, событие выстраданное. И мне искренне жаль наших легкоатлетов ульяновских, которые в сумасшедшей форме находятся и так готовы, и во славу страны, и во славу нашего региона выступить на соревнованиях высочайшего уровня. Но, тем не менее, я жду великого чуда, успешного выступления после долгого перерыва ульяновских спортсменов, которые отобрались на Олимпиаду 2021. Искренне верим, что это будет действительно так. Чем будут наполнены спортивные события будущей недели, вы узнаете из нашего очередного выпуска. С нами сегодня был реальный директор спортивной школы «Старт». А с вами был «Реальный спорт Ульяновск». До скорой встречи.